Лидские пограничники пресекли попытку нарушения границы с применением беспилотника. Инцидент произошел на границе с Литвой 31 июля. Уроженец города Гродно прибыл в Вороновский район на автомобиле с целью запуска летательного аппарата на сопредельную территорию. Однако пограничникам удалось задержать и оператора, и беспилотник. В ходе осмотра места задержания обнаружены комплектующие к летательному аппарату, а также технические средства связи и приборы наблюдения. В настоящее время оперативными подразделениями погранотряда проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего.